Региональный следком разыскивает отравившихся шаурмой граждан летом прошлого года. По версии следствия, в период с 12 по 16 июля в инфекционную больницу массово обращались граждане с признаками острой бактериальной кишечной инфекции. Все пострадавшие указали, что ели шаурму в закусочной «Шаурма-24». Следствием установлено, что источником инфекции послужило куриное мясо, которое было испорчено из-за нарушения технологии приготовления, неправильной обработки и хранения. По предварительным данным, в указанный период в больницу с признаками отравления обратилось всего 207 граждан. По уголовному делу в качестве потерпевших признано и допрошено 101 лицо, в отношении которых проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По уголовному делу в качестве потерпевших признано и допрошено 101 лицо, в отношении которых проведены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Для обеспечения полноты предварительного следствия необходимо установить еще 106 человек, которые с 12 по 16 июля 2018 года обращались с признаками отравления в инфекционную больницу города Кызыла. Однако по получению необходимой помощи ушли, не оставив своих полных данных. В связи с изложенным следствие обращается гражданам, обращавшимся в инфекционную больницу, о необходимости явиться в следственный отдел по городу Кызыл, расположенный по адресу город Кызыл, улица Горная, дом 28, для проведения необходимых следственных действий.